Да. Дорогой мой душевный форум, кто не узнал, это я, Марина Девятова. Что хочу сказать, в Москве погода стала улучшаться. Извините, очки один, а то солнце светит. В Москве погода стала улучшаться, солнышко выглянуло, народ начал активно заниматься спортом. И хочу, собственно говоря, вас, дорогие мои, призвать дружить со спортом. Не могу похвастаться то, что делаю это регулярно, но понимаю, что тело человеческое, оно несовершенно, и поэтому имеет тенденцию стареть. Поэтому для того, чтобы держать себя в хорошей физической форме, дорогие друзья, необходимо все-таки нам, конечно, как бы нам этого не хотелось, и как бы не хотелось нам поваляться на диване, попить пивка, посидеть возле интернета и поиграть в компьютерные игры, придется все равно, дорогие друзья, нам дружить со спортом. Оптимальный вариант – велосипед. Маша, точнее Ваня, 3 рубля и наша. Потому что стоит недорого, а кайфа от него для тела намного больше, чем от бутылки пива или от какого-нибудь хорошего куска мяса. Короче говоря, дорогие друзья, всем срочно приобретать велосипеды, всем срочно приобретать любовь, потому что с любовью на велосипедах кататься намного веселее. Можно на роликах, можно на скейтах, можно вообще купить себе бадминтон и пойти с друзьями поиграть в бадминтон. Короче говоря, как-то немножечко надо двигаться. Вот, всем сейчас срочно отойти от компьютера и пойти быстро заниматься спортом. Я все сказала. Все, пока.